Крупнейшая школа Ленинска-Кузнецкого, как и все образовательные учреждения, готовится встретить детей. Более 1300 учеников 1 сентября заполнят учебные кабинеты. Но до этого момента необходимо выполнить немалый объем работ. Только на покраску и побелку уходят десятки банок. Мы с вами находимся на третьем этаже. Он уже фактически готов завтра встречать детей в школу. Остался у нас первый этаж. В классах произведен ремонт. Здесь уже, конечно, учителя, родители. Огромное спасибо, что всегда откликаются и помогают. Все свои кабинеты готовят к 1 сентября, готовят очень достойно. При проведении ремонта акцент на безопасности. Устранение предписаний пожарных служб – одна из главных задач. Приемка школы уже в августе. До этого времени необходимо завершить работы, а именно установка лестничного ограждения на запасном выходе и ремонт крыши в малом спортивном зале. Там он был обшит металлическими пластинками, которые крепились к деревянным опорам. И вот сейчас производим демонтаж этого потолка. Потом потолок будет заштукатурен, ну и, естественно, конечно, приведен в соответствующий вид для того, чтобы можно было начать занятия. Помогают нам эту работу делать наша подшефная организация. По предписаниям пожарной инспекции нами будут сделан еще к 1 сентября третья лестница, выход для детей, которые обучаются на этажах выше первого. По нормам необходимо требование к определенным ограждениям, да, перилам. Поэтому у нас будут сделаны еще перила. Школа номер 8 готовится не только к новому учебному году, но и к своему юбилею. По этому случаю решено обновить фасад здания, а также установить новое ограждение. Это тоже требование безопасности. Длина ограждения по периметру немаленькая, около 700 метров. Из городского бюджета на изготовление и установку выделен 1 миллион рублей.